Доброго здоровья, уважаемые посетители канала. Я читаю ваши отзывы. Сейчас я начал работать, то есть накапливаю материал, обрабатываю. Естественно, ваши отзывы, которые наиболее такие какие-то яркие, наиболее поучительные, я копирую и откладываю. И вот мне хотелось бы сейчас вам прочитать вот один из таких отзывов, который был давно. Но тем не менее он подчеркивает то значение здоровья в жизни в целом, в реализации ваших планов, самореализации. Потому что каждый человек, помимо того, что он реализуется творчески как человек, он еще хочет реализоваться и как муж, он хочет реализоваться как жена, он хочет реализоваться как отец и как мать. Вот когда такого не получается, то глубоко в сознании остается вот такой-то комплекс неполноценности, который разрушает человека. И вот это вот письмо очень и очень поучительно, ну очень поучительно. Значит, женщина 46 лет пишет: «Я все книги прочитала и все ролики ваши смотрю, и правильно делает, потому что там есть крупицы такие, где нету в других роликах знаний. Я уже раньше вам писала, и в 23 года я чистила печень. Очень удачно все было». А вот зачем она чистила печень, как бы сказать? Молодой человек, 23 года. Ну, дальше мы посмотрим. «И голодала, но вот в данный период жизни как-то сдала. Надо просто взять себя в руки. До этого я с помощью тадикампа и керосина вылечила у себя 3 миомы и множественные кисты. Их просто нет. Врачи решили, что все УЗИ, что делали мне в течение нескольких лет, просто ошибка, и это, мол, непрофессионально. Последние 2 года у меня из-за миом была сильно потеря крови и анемия. Гемоглобин был 72. Сейчас месячная после того, как человек занимается. Как у нормального человека. И 3 дня, а не 2 недели. И все нормализовалось». Видите, как можно без всяких каких-то выкрутасов, модных и прочих закидонов привести себя в порядок. Просто в 40 лет как будто все сломалось. А вот почему оно сломалось? Вот знаете, вот почему сломалось? Вопрос задавайте себе. Почему? Где эта собака зарыта? На что? Что это за причина, на которую надо подействовать? Может, это у всех так? Да не у всех так, но тем не менее бывает. «Я в 1 год 5 раз подряд ломала кости, пальцы на ногах. Это 3 года назад было». То есть, когда человек 5 раз подряд ломает кости, это не просто, знаете, какие-то там совпадения. Это, как правило, человек, вот я скажу так, как мне так думается и приходят мысли, а вы там сами там докумекаете. Неправильно взаимодействует с пространством. Как только человек неправильно начинает взаимодействовать с пространством, в котором он живет, от которого он получает все блага и саму жизнь, с ним начинаются вот проблемы. Запиналась за что-то и перелом. Ну, это уже так, как бы сказать, вот эта причина есть, а там уже там, как бы сказать, в пространстве подбирается ситуация, чтобы это случилось. Потом прошло, то есть ситуация выровнялась, и это прошло. Наверное, какой-то ресурс здоровья, который я накопила в 40 лет, закончилась. Я занималась с детьми и забыла про себя.
А вот здесь вот, занимаясь детьми, занимаясь хозяйством, занимаясь вот, ни в коем случае не надо забывать за свою базу, на которой вы мощно стоите. Именно отталкиваясь от этой базы, которая называется здоровье, вы можете и семью содержать, и реализоваться, и многие-многие вещи делать. Если этой базы нету, она рассыпалась, вы ее упустили, все остальное, знаете, порушилось от этой причины. Ну, давайте дальше почитаем. Ну и стресс сильный был, 39 лет маму потеряла. Вот она, как бы сказать, вот отношение к нашим родителям, жизни и смерти должно быть естественным, не стрессорным. То есть человек вот не может вот повлиять на эту ситуацию, я об этом уже давно и много рассказывал. А вот он, вот он переживает, вот он еще что-то, вот он еще. Это естественный процесс. Тем более, когда человек переживает, он держит эту маму, никак ее не отпустит в тот мир. Это тоже огромная утечка энергии от вас туда, потому что вы ее держите своими эмоциями, своими нежеланиями, своим непониманием, что это естественный процесс. С ним не надо там примириться или еще. Просто это вы принимаете. Жизнь и смерть, это вот, это все естественно, да? Она была единственной моей подругой и самым близким человеком. Далее. Муж развелся, которого я тоже любила больше жизни. Знаете, и на это надо смотреть вот как-то нормально. Надо с понятием, почему там он развелся, почему ему не понравилось, что еще там произошло, что такое случилось. То есть это должно быть безэмоциональное рассуждение, с помощью которого вы дальше решаете, как вам жить. А не просто вот, знаете, так и рассыпаетесь. Рассыпайтесь, потом вообще вся жизнь у вас развалилась. Ладно. Я за год посидела и вся расклеилась. Теперь муж вернулся, но здоровье пошатнулось. Вот видите, как бывает. То есть бывают такие ситуации, особенно, допустим, ну вот с нашими там близкими. Там где-то вы поругались или еще. Вы очень это все близко восприняли эту ситуацию, а надо к ней, как бы сказать, относиться не так трепетно и близко, так сказать, да, нормально. Есть, знаете, люди, которые по несколько раз они это выходят замуж или там женятся, да и как ничего. А теперь, видите, муж вернулся, здоровье пошатнулось. И у меня огромное количество таких примером, когда умер муж, жена тут, ой-ой-ой, так это самое переживала. А потом я смотрю, вот, это было в 2000 году, значит, этот мой вот, друг умер. Вот, она там, ну не то, что она там вышла замуж, ну, грубо говоря, сошлась с одним, там, что-то там понравилось, не понравилось, потом с другим, потом с третьим, потом это уже где-то четвертый. И нормально, и все. Вот так. А переживала, что же точно? Ну, вообще там развалилось. Вот. Все, воспринимайте. Чему эта ситуация вас хочет научить? Она затрагивает вот те несовершенства, которые у вас есть. Это своеобразный жизненный урок, который вы проходите и понимаете. И принимаете, и благодаря этому растете, становитесь сильнее, понятливее. Ну, дальше читаю. Так что я ваша поклонница уже много лет. Мне кажется, если бы не ваши книги, меня точно не было бы давно. Позвольте, ну а где же, вот, можно сказать, медицина? Ну где, что, что? А почему вот они как-то не это самое?
Вот только наблюдали, да, там УЗИ делали что-то, и кисты, и как-то не смогли ничего сделать. Странно, да? И детей я ставлю на ваши, и детей я ставлю на ноги вашими способами. Это не мои способы, это способы, вот знаете, вот можно все к себе, вот мое, я, и мне. Это общечеловеческие наработки в сфере здоровья, поддержание здоровья. Поддержание здоровья, знаете, нормальными, естественными методами, чтобы оно было, а не какими-то вычеркнутыми, что эти бы кисты вырезали, там еще чем-то там травили, там таким непонятным еще, и в результате неизвестно, человек бы выжил бы от этого лечения кист или же нет. Когда они малыши были, то натирала упаренной уриной от любой хвори, а когда постарше стали, то керосин используют, то дикам в ходу. Естественное средство, вот они у нас тут под рукой, раз, все легко и просто, и не оставляет каких-то, знаете, последствий. Вот это очень важно. То есть это было все давным-давно, было это. Но благополучно не просто забылось, а ошельмовалось, что вы что, сейчас антибиотики, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А вот хочу тмини еще им давать. Отличная вещь, отличная рекомендация, и употребляю. Ну, великолепно для нормализации работы желудочно-кишечного тракта. А от него уже и всего организма. Не постоянно, просто когда болеют, то подбирают то, что подходит. Ну, так и надо вообще-то. Хотя остальное, вот, чтобы человек не болел, а это уже ваш образ жизни. Как вы едите, что вы едите, как вы спите, во сколько ложитесь, во сколько встаете, ваша двигательная активность и, наконец-таки, ваши умственные вот эти все движения, которые у вас идут. Потому что, грубо говоря, Вселенная слышит все наши мысли. Усё она слышит. Ну, понимаете, усё слышит. И вот как, если мысли, я ж вам говорю красивые слова, давайте пишите и так далее. Вот. Как только мы мыслим красиво, гармонично, ой, как Вселенная радуется. Мы её не разрушаем. Но как только мы начинаем вот так эмоционировать, как вот в данном случае, просто-напросто она замыкается на нас самих, и мы сами себя своими же вот этими мыслями, эмоциями, настроениями, чертами характера разрушаем. Так, у средней был, а вот тут интересно, был недавно лишай, не заразный. Лишай. Это говорит о том, что имеется болезнетворная микрофлора, скорее всего, грибковая, да? Он, сказали, генетически передается отрубевидный лишай какой-то. Он у мужа то есть, то нет. Весной обостряется. Вот у дочери, которой 14 лет, у нее вдруг он пошел по лицу. Я ей 3 дня подавала тадикам. То есть это мощное противогрибковое средство. И он ушел сразу. Но он ушел, то есть он дал манифестацию. Вот самое интересное, что если у кого-то вообще там в роду имеется грибок, то он, естественно, передается по родственной линии. Хотим мы того, не хотим. Может он быть в каком-то скрытом состоянии много лет, потом там проявится. Это надо учитывать. Поэтому в любом случае не забывайте, а сейчас как раз время дождливое, осень настала, начинается размножение активное вот этих всех паразитов, грибков, гельминтов и прочее. Они любят такую, знаете, влажную, сырую, прохладную среду. И вот тут-то надо курсик и сделать 2, а то 3 неделечки.
Так. Значит, сразу ушел. 3 дня. Раз, он ушел. И человек думает, что все, а, я вылечился, смотрите, ничего нет, а я тут так прекрасно выгляжу. Вот какое хорошее лечение. Но в случае с паразитами не так все просто. Он просто-напросто скрывается, скрывается от вас там, где вы его не достанете. И вот что. Ну вот, прошло, наверное, полгода, опять он стал проявляться. То есть 3 дня. Вы не обольщайте себя такими вот вещами, что там 3 дня, все нормально. А тем более вот это современное лечение. Раз, 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 симптомы исчезли, вы о, и поскакали дальше будете тут. Оно все внутри тлеет, опять потом проявляется, еще более хуже, чтобы вы знали. Мне хочется, чтобы она осознанно сама занялась своим оздоровлением. Мало кто занимается этим, да? Заставлять не хочу. И правильно, сейчас она использует шампунь, видите, шампунь для тела от грибка. Вот, шампунь мы сейчас дадим, все это, так далее, шампунь. Ну, шампунь это внешне, 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 да? Вот тут мы внешне марафет наведем, мы наведем, о, какие мы красивые. А внутри что? А внутри все гниет, все пронизано этим грибком и продолжает быть. Помогло, но я пытаюсь ей донести, что это наружно заглушено. Молодец, мама. А нужно изнутри работать. Да, надо изнутри. Прививки не делала своим детям. Рожаю и кричу. То есть никаких обезболивающих там и прочих уколов не делаю. Так, значит, прививку не делать, значит, отказываюсь. Старшему моему сейчас 23. Потом 19 дочки, 14 следующей дочки и младшему сынку 11 лет. И вот главное, я долго не могла выносить детей, а очень хотела. Вот эти вот миомы, вот эти вот все эти вот эти вещи, которые там у человека внутри есть, которые ему не дают это сделать. И вот когда я стала по вашим книгам чистить кишечник и почистила печень, то есть что мы сделали? Мы просто нормализовали работу своего организма. Потому что не нормализовав вот эти вещи, все остальное у нас искажено. Как только мы правильно начинаем где-то работать с толстого кишечника, с печени, все остальное, знаете, все начинает нормализоваться само собой. Значит, почистила печень, то смогла родить. Сейчас у меня 4 детей. Но до этого было много выкидышей. Наверное, 12. Представляете? И где ж, вот, опять-таки, вот, ну, как-то мне не хочется вот это сравнивать. А где ж наша доблестная медицина? Что, что и как? Ну, что, что и как? Вот почему? Почему вы не понимаете или не хотите понять, или нарочно все это не принимаете? Вот это вот, будем говорить, просто нормализацию организма. Не надо лечить в 23 года и далее. Надо просто нормализовать организм, его работу, сделать внутреннюю среду чистой, чтобы кишечник чистый был, чтобы печень нормально работает, и все остальное заработает. Никаких ни кист не будет, ни миом, от которого отдельно будете что-то делать, резать. Мне сейчас 46 лет. Вот такие пироги, сказала она. Поэтому я уже так говорю, говорю, знаете, вот молоденькие там забегают, блогеры, блогерши, и вот я там суставы, знаю одно упражнение от сустава, и делайте, и все у вас будет там это. Я знаю вот то, все, 5-10, в 20-30 лет, ну, если человек более-менее так здоровый, что-то там такое соблюдает, то он будет и красивый, и суставы у него будут, и все остальное.
Но, а что у него будет, допустим, как у меня в 70 лет? Будут ли у него суставы гнуться? Будет у него там еще, будем говорить, хотеться там любить и прочие вещи? Вот кого надо слушать, то есть людей, которые набрали жизненного опыта и что-то могут вам в 70 лет показать, а не в 20, когда все мы тут красивые, юные и гибкие. Включайте свою голову, включайте ее. В противном случае, вот если все это пошло по медицинскому направлению, она правильно сказала, она просто-напросто правильно сказала. Что мне кажется, если бы не вы и не ваши книги, меня точно бы не было давно. Вот она, правда жизни. Я благодарю вас за то, что откликаетесь, проявляете свою благотворительность на поддержание канала.